Всем привет! У нас тут такой роличек какой-то, малоформатный совсем. У нас тут пересохший колодец в заброшенном участке. Вот. Там воды нет, там вообще... Сколько он? Может, около 2 метров, может, даже того нет глубиной. Там сухо. И в этот колодец провалилась маленькая землероечка, белозубка. Мы ее достали. Сейчас покажем, выйдем на солнышко, покажем. У нас уже один есть ролик про землеройку, а это будет второй. Пошли на солнышко, там хоть вам покажем, потому что темно. Вот эта землероечка, смотрите. Она еще живая, но она совсем там околела. Вот, о, живая, живая еще, смотрите. Вот это такое вот животное. Землероечка. Может, это и не белозубка? Я не уверен, что это белозубка. Ну, какая-то она же очень карликовая. Вот смотрите, какие бывают маленькие животные. Это млекопитающее. Но она замерзла там, вот, дышать начинает, на солнышке греется. Ну, может, оживет, что там холодно в этом колодце. Вот такая пупсичка. Не знаю, спасли мы ее или не спасли. У нее тут глазки такие маленькие. О, начинает шевелиться. Зубы, видите, какие зубки у нее. Зубатая какая. Так, отогревайся, отогревайся. Ну, в общем, а землеройки... Землеройки это вообще... Такие зверюги, которые постоянно должны кушать. У них очень быстрый обмен веществ. У них очень быстрая потеря тепла. Она маленькая и постоянно должна кушать, 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 потому что пополнять вот эти энергозатраты свои. И она вот это в колодец провалилась и там, видать, сголоднила, еще и замерзла. Ну, в общем, что тут об этом говорить? В общем, не знаю, оживет она или нет. Ну, вот такое, видите, какое чудо. Это не мышка, это не мышка, это землеройка. Видите, какой у нее носик. Вот. Какие у нее усики. Не усики, а для осязания. Вот она бегает, бегает. Она почти ничего не видит. Она вот это бегает, бегает. Наткнулась на червячка. Ням-ням-ням съела. На жучка какого-то. И она может съесть размером с себя. Какую-то лягушечку даже может съесть. В общем, землеройка пока живая, одним словом. Все, будем ее выпускать. Пошли. Ой. Положим его сюда на солнышко. Не знаю, что с ней станет. Выживет она, не выживет. Вот. Ей бы кушать дать. Ну, в общем. Может, отогреется. Ну, дышит вроде, оживает потихоньку. Вот такой у нас бредовый ролик. Всем пока!